Здравствуйте! Если вы весы, скорпион, стрелец, присаживайтесь, добро пожаловать! Итак, дорогие весы, ваше солнышко нуждается в поддержке. Все говорят, что оно там в падении. Не верьте, у меня оно тоже там. Начнем. Общая картина для весов. Солнце. Звезда. Звезда с семью планетами. Почему я сказала Солнце? Потому что вот эта планета, звезда, выглядит как Солнце, а вот эти семь выглядят как планеты вокруг Солнца. Потому что я и сказала, что она Солнце. Но на самом деле это звезда. Общая картина такая, что вам захочется и нужно, наверное, мечтать по-большому. Как я и попросила карт Таро, нашему Солнцу нужна помощь. Всегда. Мы должны быть уверены в себе, строить большие мечты. Мы посмотрим, как мы их выполняем. Если у нас мечты денежные, что нас ждет на эту неделю с деньгами? Ну что, ждет. Ну, прям разговаривают сегодня со мной карты. Ждем мы деньги. Нас ждет прибыль. Мы должны ждать. У нас есть терпение. У весов много чего есть. Они в балансе, как мы знаем. Они могут и ждать, и торопиться. Они могут и любить, и ненавидеть. Давайте посмотрим, что у них у нас выпадает на любовь. Ну вот, выпадает у нас на любовь немножко по расчету. Есть у нас любовь. Вот такой человек, наверное, будет с нами рядом. В любви у нас много всего. Все надежно и прочно. Давайте посмотрим, у кого нет партнера. Ну, у кого нет партнера, у того, наверное, будет, скорее всего. И, может быть, вы его встретите где-то на семейной вечеринке. Потому что если нет партнера, то обязательно есть семья, я надеюсь. Конечно, есть такие люди полностью одинокие. Таро помогает. Если вы без партнера, то вы, может быть, в самом деле должны присмотреться в своем окружении. Может быть, ваша сестра или брат, или мама, или дядя, или тетя знают какого-то кандидата, который вам очень подходит. Ну вот это то, что у нас в любви. А что у нас? Мы знаем, что деньги мы ждем. Мы ждем. И нам нужно мечтать по-большому. А где нам лучше мечтать? Что мы вообще хотим? Мы знаем или нет? Что мы хотим? Давайте спросим у карт. Где же нам лучше выбирать свои мечты на следующую неделю? В какой области? Ну вот в области земной. Я думаю, что это может быть даже и пойти и поставить себе новый план, поднять планку в своем джиме или заняться своим телом всерьез. Потому что это стихия земли. И здесь очень много стихий земли на следующей неделе. Вот нам нужно принести мечты, воплотить их в реальность. И у нас все получится, дорогие весы. А что у нас для развлечений? Вот, выпала карта. У меня на пол для развлечений. Давайте посмотрим. Ну, мы можем это тоже делать. Мы иногда медитируем для развлечений. Посмотрите на меня. Я иногда медитирую на картах для развлечений. Большое развлечение. Никто не понимает, только мы понимаем. Это для нас развлечение, может быть. Но это, знаете, это говорит, может быть, остановиться, почитать книгу, и, может быть, оттуда и придет идея о нашей мечте, какую мы хотим воплотить. Может быть, это нам нужно остановиться и задуматься, какие же планы нам строить на ближайшую неделю. И, может быть, вдохновение получать от чего-то духовного даже, потому что, смотрите, он лежит, ручки сложил, а вот здесь у него
окно в церкви, может быть, туда нам обратить свое внимание, не все же в материальное. Ну ладно, удачи всем. Приветствую вас, скорпионы. Если вы со мной не каждый день, а только зашли посмотреть на недельку, что случится, давайте тогда начнем. Общая картина для скорпионов у нас будет в мысли, в шансе сделать какое-то, может быть, открытие для себя или для общества, или для своей компании. Очень острый ум нас ожидает в следующей неделе. Если нам нужно сдавать экзамены, то это очень хорошо. Что же нас, скорпионов, ожидает? Кстати, у всех есть что-то, наверное, в скорпионе. Ну, большой шанс тоже. Какая-то планета там сидит. Какие-то у нее есть свойства скорпионии тоже в какой-то области. Зодиак, это же мы все. Все вместе в каждом человеке существует. А что ж, я не спросила. Но, может быть, это подтверждение этой карты. Посмотрите, у скорпиона есть шанс вырваться из вот этой сети бесконечных мыслей. А скорпион, мы знаем, может очень глубоко идти в мысли, потому что скорпион может быть и секретный. Ну, это типичный скорпион. Но вот здесь, да, это типичный скорпион. Очень думает глубоко, исследует, тайны какие-то хочет найти. И вот и не открывает их никому, посмотрите. Ну вот еще если ей рот завязать, то тогда точно будет скорпион. Глаза завязаны, не двигается, углубляется в воду. Вот смотрите, она стоит в воде, но вода у нее почему-то такая, как красная, может быть, она как лава, кипит. А скорпионы фиксированные, фиксированный знак, и вода там глубокая, и она, может быть, стоит, не двигается. То есть они думают, чувствуют глубоко, но не очень двигаются. Давайте посмотрим, если нам выведут пентакли на нашу работу, нашу деятельность. Хорошо было бы, что у нас с работой обстоит, с бизнесом, с работой, с планами на бизнес и работу. Да, поскольку мы спросили с работы, работа будет у нас чувствительный элемент. Нам будет нужно сделать выбор. Ну, наверное, вот выборы есть. Может быть, это выбор какой-то идеи, ту или другую, начинать. И пора уже начинать нам, скорпионам, делать выбор. Ну, хорошо, а что же тогда у нас? Это будет очень чувствительный момент на неделе для скорпионов, сделать такой выбор на работе, в работе, в бизнесе, в учебе. Что же у нас в любви? Ну вот, а в любви мы на защите. Но знаете, скорпион всегда на защите. Скорпион очень привлекателен, сексуален, но он на защите всегда. Он может... Никто не знает, что он в защите, а если кто-то его вдруг обидит, он тебя сразу раз и ужалит своим жалом. Он даже не боится умереть, но защитить себя. Вот это у нас в любви. Мы не отступаем. Наверное, если у вас есть человек, за которого вы боретесь, вы будете его защищать и будете с ним, и бороться за него, за его внимание. Это, наверное, неплохо. Давайте подтвердим. Ну да, это совсем неплохо. Продолжайте бороться. Может быть, вам удастся завоевать кого-то, кто принадлежит вообще не к вашему кругу. Может быть, вы боретесь за кого-то, кто не из вашего мирского круга. Может быть, это человек, который другой национальности или в другой стране живет, или вы через интернет с ним общаетесь. Мы все знаем, всемирный интернет, предоставленный картой мир тоже. Так. А что же у нас для развлечений? Я спрашиваю развлечений, потому что, ну какая... Что же мы здесь делаем? Мы здесь развлекаемся, правда? Давайте быстренько, что же для развлечений у нас? Ну что, посмеяться? Для развлечений у нас
Вот. Может быть, мысли, если кого-то доведем до красного коленя, это для нас развлечение, скорпионы. Не знаю, вам решать. Отписывайтесь, скажите, что у вас было в развлечениях. Пока-пока, с вами Александр. Дорогие стрельцы, я вас люблю. У меня в стрельце луна. Вы не представляете, как это необыкновенно для меня. У вас может быть луна или солнце, или восходящий знак. Стрельцы всегда имеют какую-то цель и достигают ее чаще всего успешно. Но давайте посмотрим, что на следующей неделе. Основная картина. У меня карты слиплись, потому что у нас очень влажно здесь. Я стараюсь. Основная тема нас ждет для стрельцов. Ну вот так. Взаимодействие с королем жезлов. Может быть, это родитель, старший. Не обязательно мама или папа, но, скорее всего, мужчина. Может быть, вам придется с ним вступать или в общение, или он вас навестит. Давайте посмотрим, в связи с чем это будет связано. Или вы, может быть, планировать будете? Да, вы работаете над этим. Или вы, может быть, планируете над тем, чтобы помочь этому человеку материально? Или, может быть, в самом деле физически с ним встретиться, может быть, вот на расстоянии. Но вы отрабатываете детали с этим человеком. Давайте посмотрим, если это любовь или нет. Может быть, это мужчина, это и любовь. Я думаю, что да. Скорее всего, этот мужчина — это человек, который или ваш муж, может быть, или ваш партнер. Ну вот карта тройка пентаклей говорит, что это партнер. Но знаете, родители в сегодняшнее время могут быть партнерами тоже, и даже совсем неплохими. У меня, например, тоже в семье партнерство между членами семьи. Это хорошо. Но, может быть, это мы спросили про любовь. Тогда я думаю, что этот партнер, скорее всего, это любовный интерес. Что у нас в деньгах, давайте спросим. Несмотря на то, что стрельцы всегда вдохновенные и могут быть вот такими, но в деньгах у нас вот так. Мы можем их тратить. Дайте нам цель. Мы можем выбросить их на ветер запросто, если они у нас есть. Иногда даже если их у нас нет. С деньгами у нас вот так. Будьте осторожны, чрезмерно не тратьте. Особенно если это мужчина или родитель. Будьте осторожны с деньгами. Планируйте, потому что шут — это деньги, потраченные без смысла, без плана, но иногда с риском на возможную прибыль. Может быть, это вложения рискованные с этим человеком, тоже может быть. Вот, партнерство с этим человеком, вложение и работа над деталями тоже может быть. Может быть, это инвестиции. Что же нас ожидает для развлечений? Как же мы будем развлекаться? К чему мы будем тянуться на следующей неделе? Нам не до развлечений, похоже. Похоже, мы будем уходить от чувств больше к делам. И даже если это любовь, то мы все еще будем стараться не думать о ней. А если у нас нет партнера, может быть, это будет развлечением? Давайте посмотрим. Но если нет партнера, и вы его достойны, и будет он, скорее всего, найдется. Но, может быть, это будет человек, который вы думаете, что он вас как-то недооценивает, но он, может быть, проявит свое чувство к вам
И вы поймете, что это не так, потому что суд говорит о перерождении чувств, потому что мы же спросили про любовь. Может быть, они в самом деле переродятся. Я желаю вам удачи. А кто одинок? Тем, кто ищет партнера. Я думаю, что у вас она может быть здесь. Не отворачивайтесь, как вот этот сделал. Не отворачивайтесь от чувств. Удачи! С вами была Александра. Пока-пока!